Бам. Ну что можно сказать, тут мы на самом деле очень бодро отскакиваем от уровня 40 тысяч, как вы можете сами видеть на графике. Очень-очень бодро мы отскакиваем, как мячик из-под воды, отсюда биткоин выпрыгивает вот из этой вот зоны. Тем не менее, это не исключает того, что в краткосроке мы можем дипануть еще ниже перед продолжением серьезного роста. Скажем так, медвежью ловушку эту завершить. Но, что я вам хочу реально показать, так это недельный таймфрейм. И то, что все сейчас будут топить за шорт, показывать вот этот нисходящий канал, говорить, что мы идем туда. Но если вы посмотрите глобальный, то это все похоже на бычий флаг, который в какой-то момент пробьется наверх очень-очень сильно, потому что это крипто, детка, это to the moon, только to the moon. И вы посмотрите на альты, они, конечно, дипанули сегодня посерьезней. Доминация BTC, возможно, что отскакивает, на недельном таймфрейме хайка наша этого не видно, поэтому себя не одурачьте, но вот тут как раз больше подходит стикер It's time to sell, то есть на самом деле с учетом этого сарказма, возможно, все-таки мы увидим сейчас хороший отскок по доминашке, и альты многие подразмажутся, но опять же, это могут быть те альты, которые уже сильно перекачаны, могут подразмазаться, и потом все-таки доминашка пойдет вниз и альты наверх. Ну, в общем, очень интересная развязка, ребята, напишите, что вы думаете сами. Я лично все это дело выкупаю на просадках, потому что, конечно же, это все пойдет наверх. Ну какие варианты, ребят? У битка вариантов немного. У битка вариантов какие? Сразу наверх, чуть позже наверх или еще чуть позже наверх. Но в целом все тут нормалек. Вот, поэтому что сейчас происходит на рынке? Какая психология? На любой монете, кстати, не обязательно, но на битке просто нагляднее. Вот тут вот все набрали лонгов, да, вот тут, вот тут. Их сейчас всех вытряхивают. У кого ликвидация близко становится, кто переключевал, да, у кого ликвидация вот здесь или стопы, их сейчас к ним возят, напугивают. Люди вынужденно продают в минус, да. И дальше что мы видим? Бум. Как всегда, ребят, как всегда. Поэтому задача какая? Не дать себя вытряхнуть из лонга. Если вы тут набираете лонг, добирать его еще здесь, здесь, следить за своей ценой ликвидации, чтобы она была сильно ниже. У меня, допустим, цена ликвидации сейчас по битку ниже 30-ки. Сильно. По альтам многим тоже примерно вот здесь. Поэтому даже если дадут сквиз, вы набираете и полетели. А если не дадут, то вы уже в лонге. А если вы сейчас выйдете из лонга в просадке, большинство просто сейчас, к сожалению, выйдут из лонга в просадке. Так работает рынок. Посмотрите мое видео. ФОМА. Как нельзя торговать. Я года два назад его сделал. Я сам попался на такую же ошибку. Посмотрите, обязательно сейчас оно появится у вас сверху. Ничего не изменилось. Вы многое почерпнете и, может быть, сможете, конечно, на своих ошибках учиться, но, может, у вас получится на моей ошибке выучиться. Не надо продавать ниже, чем вы купили. Следите за своим риском, за ценой ликвидации. Скорее всего, скоро, очень скоро будет сильный отскок. И дальше мы перейдем переписывать все all-time high и так далее. Поэтому такой вот мой прогноз. Ничего не поменялось. Сейчас, думаю, кучу хейта будет в комментах, что типа Грини опять всех засадил в to the moon. Поговорим об этом через месяц. Все, всем профитроли, на связи. Это было короткое видео. Подписывайтесь, лайкайте. И скоро увидимся. Пока.